так даже глаза следят. Техничным надо быть, но в большей степени сейчас мини-футбол уходит в сторону физической подготовки. Если ты, конечно, совсем топор, то тебе вообще ни в каком футболе нет места. Кто в столице главный драматик, главный топор? Все по чуть-чуть. А есть просто у нас такие дровосеки, есть дубари, вообще есть березка, кто-то чуть-чуть такой, но тоже. Кто липка такая сладкая, да? Сейчас, надо его разболтать, зашил ноги просто, сейчас чуть-чуть. Мини. Ой! Уля-ля! Пока Арча... Ничего, он еще адаптируется сейчас. Шестой! Победа! Сара, выходи вместе! Сара, на десятку! Позитивно забрали по трофею, и нормально. Чемпионат. Кто-то проявился на длинных дистанциях, кто-то на кубках. Я ему сказал, он Гаррет Бейл просто. Вообще обыгрывает, бьет двух ног. Какая тактика у Артура была? Артур выжидает, он не как помочь. Кобра, он ждет момента, хоп, свое, он как Наполеон, перехват где-то обыгрался, временно выскочил, бам, не зря две игры, два гола, да? Давайте до первого промаха, ну, до первого попадания. Попадания. Туда уходить? Не чуди только! Не, ну ты в ворота попадаешь. Рядом снарядом. Все, вот, это сейчас будет золотая середина. С Артуром тяжело, у него сам китарян учился. Бама! Даем отыграться, да? Да. Давай. Надо, конечно. Ты можешь прям приложиться, чтобы туда на детскую улетел. Так, наверняка, так что. Да можешь не ходить далеко. Ача! Дал шанс последний тренер, им воспользовался. Играем дальше? Давай, левый. Борьба до последнего. Левая нога. Левая куда? Туда бежать? Туда. Ай! Так, сейчас по нерабочей ноге проверим. Не выделывайся, подошел. Левая так левая. Левая корона. Бам! Правая, правая похорона. Сетку порвал, видел? Очень круто, очень позитивная атмосфера сейчас у нас. Тем более вот сейчас подурачились, зарядились. Все очень-очень хорошо, готовы. Главное все это в игру перенести, все хорошие эмоции. И сыграть этот матч важный для нас очень.